Владимир Николаевич, прокомментируйте, пожалуйста, ситуацию, которая сегодня сложилась на законодательном собрании. Ну, я вообще считаю вот подобную ситуацию вопиющей. Вопиющей, недостойной звания депутата. У меня даже нет слов, как у человека, который голосовал за этих депутатов, выбирая их в законодательное собрание. Любые спорные вопросы мы должны давать, как своим примером показывать решение спорных ситуаций. Любые спорные вопросы, они должны решаться на основе консолидации, на основе соблюдения прав человека, прав избирателей, которые голосовали за них. И, соответственно, решая вопросы, любые вопросы решая, надо находить консенсус и стремиться к этому. Критикуя, предлагай, находи общее решение. А вот таким образом отнестись так неуважительно к своим избирателям, когда решается вопрос выделения средств, распределения бюджета, один из основных законов, который принимается в нашей области, и игнорировать вот таким образом, но я считаю, что это, по крайней мере, неуважение к избирателям. Это вопиющий факт. Вопиющий факт, который должен соответствующим образом, я думаю, должен быть оценен всеми, значит, участниками. Я даже, видите, вот заикаюсь от возмущения. Всеми участниками ЗАГС-собрания, всеми депутатами должны быть эти ситуации разобраны, чтобы впредь этого просто не допускать. Тем более, как тогда будет вести себя наш избиратель, когда он видит, что, значит, избранники, которых выбрали, решают спорные вопросы таким образом? Но это недопустимо. Край, на